Всем доброе утро! Мы проснулись, и у меня тут какой-то узбек. Ну давай, скажи всем доброе утро. Ну скажи. Ну, Андрей. Пожалуйста. Ну скажи. Не снимай меня. Выключай эту камеру. Ну скажи. Выключай камеру. Узбек. Пошли покушаем. Узбек, пошли. Мы кушать. Так, ребяточки, а мы, короче, сегодня целый день просто валяемся в кровати. Я пересмотрела весь свой YouTube. Я пересмотрела кучу видосов разных. И вообще, сегодня день отличный, потому что мы проснулись реально с Андреем рано, потому что мы вчера легли не поздно, и я такая отдохнувшая, свежая, хорошая, веселая, и настроение у меня просто шикарное. И мы сейчас лежим и смотрим половинки с Андреем, и я включила гирлянду уже, потому что уже вечерочек. Андрей, только твой любимый цвет. Повеселее. И что вам сказать? Сейчас сколько часов? Который час? 49 минут, 15 часов. 15:49. Вот. А настроение просто супер. И уже темнеет на улице потихонечку. Сейчас я вам покажу, какой там снег на улице ночью выпал. Ходить я не буду, но так я вам покажу. Смотрите, сколько снега. Шик. Просто шик. Люди ходят. Собачка гуляет. Так вот, такие вот дела у нас. И я опять падаю в кроватку. Стирайся. Айпадик! Ужас. Ты как-то разлёгся. О, шикарно. Все, и я Андрею вчера сделала презентацию, ему остается подготовить вопросы на зачет. Ты подготовишь вопросы? Mm-hmm. Обещаешь? Mm-hmm. Обещаешь? Ребята, заметьте, что у меня сегодня хорошее настроение. Хорошее. А что ты такой грустный? Я не грустный. Ну что ты такой невеселый? Да. Я тебя укусила. Андрей, в последнее время кусаю постоянно. Во мне проснулся вампир. У нас новый уровень отношений. Мы постоянно дуреем, бесимся и кусаемся. Да? Нет. Ну. Ой, боже мой. Зачем ты зевнул? Запустил флешмоб. А еще мне безумно нравится мой маникюр единорожка. Я не знаю почему. У меня этот маникюр ассоциируется с единорожкой и с зефиром. Присвети. Вот этот. Я сделала вот эти два пальца блестящим лаком с блестками. Фокусируйся. Не фокусируйся. А короче, он такой вкусненький, так и хочется скушать свой пальцы. У меня даже живот заурчал. Интересно, это было слышно? Как ты думаешь, это было слышно? Mm-mm. А еще это я как Мартыненко, я тоже мечтаю снять коллаборацию с Настей Каменских. Ой, зайчка. Сочесал, думаю, я почешу. Ладно, проще сделать так. Нет, так не проще сделать. Ой, зайчик. А! Нет! Вот я же говорю, что мы постоянно грыземся. И вообще у нас сегодня такие чисто семейные выходные. Наша семья. Крутой фамилия.
еще я Андрею мешаю играть в игры. Он играет, а я его отвлекаю. Да? Фу! Ну не делай так. Что это за подушечка? Так что, ребят, я вам советую. Мне самой понравилось ложиться рано спать и просыпаться тоже не поздно. Тогда день продуктивный. Ну как продуктивный? Пролежать в кровати и просмотреть все видео. Ну, короче, я не чувствую себя уставшей, я чувствую себя отдохнувшей. Тем более, мне так давно надо было отдохнуть. Так хотела отдохнуть и расслабиться. И на этих выходных у меня все-таки получилось это сделать. Хотя сегодня только суббота, еще есть воскресенье. Завтра я тоже отдохну, обещаю. Я тебе об этом говорил. Очень длинный, долгий период. И ты меня не слушал. О том, что лечь пораньше спать? Да. А из-за кого мы вчера тоже не легли? Как бы сильно рано спать. Да. Да. Ай-яй-яй. А, поняли, играет в игру, типа он не слышал. Ладно, мы будем смотреть половинки. У меня супермодель закончилась, и я безумно расстроена, мне нечего смотреть. Может, начну какой-то все-таки сериал смотреть? Я вот думаю, какой сериал посмотреть? Посоветуйте, пожалуйста. Я всегда вас прошу о чем-то, чтобы вы что-то мне написали, чтобы вы что-то посоветовали. В итоге именно под этим видео никогда нет никаких комментариев. Вы меня все не любите, да? Ладно, это глупо. Я вас люблю. Это главное. Если вы меня любите, тоже это круто. И главное. Короче, любовь — это главное. Да? Андрей? Угу. Любовь — это круто. С моим лицом. Ладно, у меня очень хорошее настроение сегодня. У тебя? Ну, не снимай меня так. Ты это не выложишь. Я постараюсь. Я, как обычно, не забуду вырезать. Потому что я часто себе даже видео говорю: Ира, ты это вставлять во влог не будешь. Типа, не забудь это вырезать. Потом такая пересматриваю влог и такая: блин, а я-то забыла это вырезать. И все-таки выложила этот влог с таким видео. Так что это моя проблема периодически. Мой мозг шалит. Все, будем смотреть половинки. Все, мы вышли с Андреем на улицу. Сейчас направляемся в метро. Мне там надо купить мыло, которое продается только в метро. И оно очень хорошее, мне безумно нравится. Короче, но это не важно. Суть в том, что все, я уезжаю от Андрея. Все, я уезжаю от Андрея. Мы вышли от Андрея. Я сейчас еду вот это с ним в метро, а потом, если будет желание, заеду в SkyMall. Так что, в принципе, все. Смотрите, какая елочка. Раз, два, три. Елочка, гори. Все, мы идем в метро сейчас. Я должна здесь кое-что взять, еще кое-что посмотреть. Столько дел, ужас просто. Ребята, мы нашли, короче, конфеты моего размера. Это шикарно. И вот еще что-то тоже, печеньки. Ну, печеньки я не так люблю, как конфеты. Но печеньки стоят 239, а эти интересные. Развалился. Ты раскачал. Ветер дует там. Вставай. Я подам тебе даже руку. Мы приехали в Ашан. Лазим, ничего такого интересного тут нет, кроме новогодних игрушек. У меня тут единорожка завелась. Как можно быть таким просто ужасным человеком? Просто... Реально, мы не успели на маршрутку. Перешли дорогу, ну то есть вот знаете, как двигаются бесплатные маршрутки? Андрей снег ест, потому что он пить хочет. А мы бежали на эту маршрутку. Ну не ешь снег, ты дурак. Ну, он
смотри! Что ты живешь? Покажи свое! Кошмар! Я ж пошутила! Вкусно? Кошмар! Вкусный снег! А кто так не делает, слушай? Ну я так не делаю. Ребята, кто так делает еще? Когда пить хотите, берете и кушайте снег. Вот это ты зря сделал. Я включу. Что ты кушаешь? Фу! Я не буду тебя целовать. Не. Да не 73. Короче, я не договорила. Зачем быть таким злым человеком? Мы перешли дорогу, он мог остановиться, в принципе. Но он не остановился и просто поехал. Угу. Какой человек? И он так посмотрел, типа, иди. Как можно быть таким человеком? Ну реально, мне неужели так сложно было остановиться? Хватит есть снег. Я тоже пить хочу, но я же не ем снег. Я твоей маме расскажу. Вот возьму и расскажу. Короче, буду сейчас добираться как-то домой вместе с Андреем. Ужас, я злая. Смотрите, какую я Кире утром делала косичку. Это было очень сложно, потому что что у Киры, что у меня непослушные волосы. Покажись. Улыбнись. Тебе нравится косичка? Да? Тебе нравится? Ой, я, короче, сижу возле ёлочки. Выпила только что чай. Погодите, деда-то, у меня Дед Мороз мне принес машинки. Дед Мороз принес тебе машинки? Да, вот эти. Класс. Ага. Красота. Ой, я такая сейчас страшненькая. Я не могу показать цвета. Покажи. Золото, красный, бой, синий и азанцевый. А это синий, это зеленый? Зеленый. А теперь посчитай, сколько их здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет. Ты правильно первый раз посчитала. Сколько? Назови эту цифру. Сколько у тебя машинок? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Покажи на пальчиках, сколько это 5. Молодец. Умница моя. Так что вчера я доехала домой, еле-еле как-то доехала с этими маршрутками, водителями странными. Ой, ужас просто. И вчера я особо ничего не делала, посмотрела там один влог, смонтировала свой и легла потом спать. Ребята, а мы с Кирой вышли вот на улицу сейчас и съезжаем с горки нашей личной, персональной. Так, а моя курточка, вернее... Ну как моя? Ну да, моя курточка не скользит, в принципе. И я так на полгорки скатываюсь, а дальше пешком иду. Кирин, а ну покажи, как ты. Круто. Что это такое? Что это развалилось? Как там? Опа! Ну, у нас была намного больше горка раньше, а сейчас она такая маленькая, потому что когда снег растаял, и все, горки не стало. А теперь по чуть-чуть она возобновляется.